Значит, о чем пойдет речь? Речь идет о нескольких очень важных вопросах, принципиальных, которые обычно замалчиваются или рассматриваются не очень подробно. Ну, во-первых, сейчас у всех на языке такие вещи, как искусственные синапсы. Откройте любую публикацию современных журналов, особенно там, где IT-технологии или, скажем так, инженерные разработки этих самых IT-технологий, там пестрит разнообразными синапсами. Искусственный синапс такой, искусственный синапс трехслойный, четырехслойный. Я внимательно читаю эти работы. Да, это все здорово, это безусловный прогресс, но к синапсам это почти не имеет никакого отношения. Еще интереснее дела были до этого, до синапсов. Зачем понадобилось синапс? То есть что это такое синапс? Это фрагмент нейрона, который у каждого из нас в головном мозге примерно по 150 миллиардов. И этот синапс контактирует с другими клетками, через него идет передача сигнала. И как же мы дошли до жизни такой, что вдруг заинтересовались синапсами? То есть, казалось бы, и без синапса все, в общем-то, происходило хорошо, когда пытались впервые моделировать нейроны. А начали их моделировать очень давно. Так. Ой. Значит, ну вот перед вами картинка, в которой идет моделирование так называемых искусственных нейронов. То есть это началось в очень стародавние времена, еще в начале 20 века, когда впервые была открыта электрическая проводимость. Но это во времена Сеченова был открыт факт того, что нейроны проводят электричество, и тут-то все возбудились. Ну как же так, провода у нас уже были, лампочка Эдисона уже горела, выключатель щелкал. Ну, естественно, как от этого, как, имея такой огромный базовые данные, не создать искусственный мозг? Ну, ясно, что его должны были сделать еще до Великой Октябрьской социалистической революции. При этом самое главное, что сейчас используется, до сих пор ничего не изменилось за прошедшие примерно 60-70 лет, и о том, что моделирование искусственного нейрона – это, как всегда, искусственное понятие вектора входных данных, который оценить очень сложно, и дальше передаточная функция и результат на выходе. То есть трехслойный компонент, он так существует во всех математических моделях до сих пор. Поскольку вы профессионал, я вас детской арифметикой грузить не буду, да это и ни к чему. Но про разницу между нейронами и сегодняшними моделями вынужден рассказать. То есть, что же предполагалось с самого начала, когда открыта была электрическая проводимость? Так называемый вход нейронов, как поток ионов, то есть перезарядка мембраны на самом деле, и каналы, которые регулируются некими веществами, которые называются трансмиттерами. Клеточную мембрану дальше считали как конденсатор. То есть в первых моделях идея какая? Я не сейчас чуть поговорю. Нейрон как конденсатор, он суммирует общую информацию и потом выдает результирующий сигнал. Прелестная моделька, сейчас в нейросетях она ничем не отличается, от нескольких, кроме некоторых модификаций, о которых я расскажу чуть ниже. Ну и последнее, открытие разности потенциалов, о том, что нейроны, оказывается, перезаряжаются в момент выхода сигнала, привело к развитию этой модели уж совсем в электрическом плане. На самом деле, как вы понимаете, тех же самых синапсов, которые вот здесь изображены слева внизу, их огромное количество. Есть электрические, есть химические, есть тормозные, есть смешанные. Кроме этого, сигнал проходит через перехваты Ранвье, нейрон, то, что нарисовано справа, и тоже меняется по ходу дела. То есть сигнал – это не настолько примитивное явление, как выключение-включение электрического тока. В самом проведении сигнала никакой информации нет. Он находится в другом месте. Ну и поэтому моделирование искусственных нейронов началось ровно так же, как начиналось изучение физики мозга, то есть электрической проводимости и активности. А что именно? Значит, самая первая модель, 1907 год. Кстати говоря, она мало как изменилась. Значит, в чем дело? Это так называемая модель Лапика. Это вот то самое накопление емкости. Нейрон получает от тысяч своих соседей сигнал, накапливает заряд, он разряжается. Но там возникли проблемы, потому что это бесконечное повышение напряжения надо было, и ввели довольно быстро, значит, модифицировали модель, рефрактерный период. То есть сигнал прошел, потом он некоторое время нечувствительный, иначе модель не работала.
Это чисто математические модели, которые как бы суммировали знания о нейронах. Дальше самая известная Маккаллока-Питца, модель 43-го года. Она до сих пор является ключевой в так называемых нейрокомпьютерах и в нейромоделировании. На самом деле это архаичное и очень примитивное представление, которое состоит из нескольких старых древних приемов. То есть самый главный прием – это то, что нейрон ничего не изменяет. То есть при передаче сигнала ответ знаменитый физиологически – все или ничего. То есть прошел разряд передан, все, суммирующаяся картинка. То есть очень простой принцип. На самом деле он, конечно, не так. И введение даже отложительных и отрицательных весов в математических оценках этой модели, тех же самых сигналов проходящих, опять-таки по слоям, как в самых древних моделях, ничего ни к чему не привело, хотя вроде бы появились возбуждающие тормозные синапсы. Ну и самая знаменитая кинетическая, динамическая модель Ходжкина-Хаксли, она, собственно говоря, была построена впервые на измерении огромного аксона Кальмара, куда можно было воткнуть электроды, где можно было замерить потенциал, где потенциал действия тщательно изучен. Вклад их колоссален в область понимания нейроактивности головного мозга. Но есть тонкость. Когда эту модель приближают к реальности, то она должна как минимум иметь 20 переменных параметров, по сути дела, на каждое волокно нервное. Что делает ее неприемлемым. И тут же математики возмутились, сказали, ну что это за ерунда, мы не можем с этим работать. И дальше упрощение кинетической модели в 62-м году, собственно говоря, это идея регенеративного самовозбуждения и нелинейная связь плюс торможение. Усложнили модель, отказавшись от переменных параметров. К чему это привело? К тому, что ее стали моделировать с помощью компьютеров. И сначала очень архаичных. Я видел эти попытки, к сожалению, для вас это представляется совершеннейшим антиквариатом, собственно говоря, как я сам. Когда это пытались моделировать на таких машинах под названием «Стрела». Это два десятка ящиков с вентиляторами сверху, похожие на шифонеры. И тогда надо было активная смена ламп накаливания с помощью таких специальных деревянных щипцов во время работы. Вот как только появились эти монстры компьютерные, то сразу же начали моделировать нейрон. Ну, это же понятно. Ну, вот, чего ж лучше? Сейчас мы чуть-чуть еще поработаем над моделью «Стрела» и сделаем искусственный интеллект. Это говорили в 60-х годах, ничего не изменилось. Так вот, принципы организации нейронов совершенно не похожи на те базовые модели, которые сейчас используются и в искусственном интеллекте, и в нейросетях. Почему? По очень простому принципу. Во-первых, все нейроны разные, двух одинаковых не бывает. То есть они структурно различны, они в пространстве имеют разное количество отростков, разное количество синаптических контактов. Дальше, нейрон сам по себе работать не может. Дело в том, что он запасы в нем на 6 минут, и даже запасы АТФ значительные, и даже запасы гликогена, которые находятся в мозге, их может хватить, если мы потеряем память, примерно минут на 100, и те находятся внутри глии. А так на 6 минут, и дальше выпадение памяти. То есть второй тезис – нейрон – это гипердинамическая система. Не будете подводить энергию так, чтобы она все время была в избытке. Ну и еще, собственно говоря, я опоздал сейчас, потому что мы подводили энергию в ресторане. Вот. Собственно говоря, нейроны прекратят свое существование. Стоит перекрыть кислород, это можете поэкспериментировать дома, попросив жену прикрыть вас подушкой. Через 6 минут вы почувствуете, что нейроны перестают работать. То есть вот эти все фокусы, я вам говорю, чтобы вы запомнили, что нейрон динамической системы зависит от глиальных взаимодействий. А вот эта проводимость между глией, желтеньким нарисованным, красненьким сосудом и синеньким нейроном, она финальна. Поэтому маленькие системы, это очень важный момент, они не могут так же эффективно работать, как большие. То есть мозг, мало того, что сложная система, она еще энергетически ограничена. То есть если вы возьмете колибри, то у нее мозг, отношение мозг, масса тела к массе мозга лучше, чем у человека, в два раза почти. Но что-то я даже шахматистов среди колибри не встречал. С чего бы это?
Так дело в том, что почти весь организм уходит на содержание этого самого головного мозга. А если она перестает пить нектар, она впадает в торпидность, то есть такой временный анабиоз, кстати, во время которого почти все забывает. Это тоже познавательно. То есть энергетический обмен мозга, он лимитирован. Бесконечно повышать скорость обмена нельзя, даже с химическими веществами. Ну и самое главное – синаптогенез. Тот самый синапс, которого я начал, который пытаются построить. Их в нейронах довольно много. Я специально вам привожу картинку. Это очень хорошая картинка из немецкого университета нейробиологического, в котором на поверхности фрагмента примерно 1/4 части нейрона, ну здесь и тушка тела внизу видна, показаны синапсы. Этих синапсов в одном нейроне бывает от 100 тысяч до миллиона. Каждый синапс – это система проведения. Причем они есть и прямого проведения, и обратное, то есть рецепрокное проведение, когда один синапс рядом лежащий проводит налево, а другой направо. Причем кодирующая система построена из вот этих медиаторов и дополнительных веществ, которые, собственно говоря, и несут содержательную часть этого синапса. То есть берете количество медиаторов, которые могут быть в разных сочетаниях в каждом пузырьке, рассматриваете все синапсы, и у вас готова нейрональная модель. Причем есть самое подлое во всей этой истории, самое неприятное. О том, что эти нейроны еще обладают морфогенезом. Об этом чуть-чуть позже. А сейчас на основании вот этих упрощенных нейронов, не тех, которые он показывал чудовищные, а сложных, то есть упрощенных математически, и в соответствии с моделью Маккаллока-Питца, решили строить нейронные сети. Для меня это похоже на плохой анекдот, поскольку, по сути дела, это пороговый линейный классификатор, ну, такой, из 19 века. Нейроны представлены как точки и стрелочками их связи переходимые. Ну и дальше вся эта система немножко развивалась, хотя в основе все те же самые априорные параметры, которые исключают какую бы то ни было творческое начало. Объясню почему. Потому что ни одна из этих сетей, систем, не обладает самым главным свойством человеческого, да и животного мозга, о котором будет идти речь дальше. Ну и дальше постепенно элементарный перцептрон, о котором говорили мне рассказывали в школе, превратился в многослойный перцептрон с алгоритмом обратного распространения ошибки. Эдакое достижение, слегка потухшее, потому что оно появилось еще до того, как многие из вас родились. И вот на основании таких убогих подходов, сегодня строятся искусственные нейронные сети, и даже некоторые называют это все искусственным интеллектом. Ну, достаточно вспомнить недавнюю книжку, наверняка вы читали. Эта книжка называлась «Эмоциональная машина», знаменитого массачусетского профессора, который написал ее, пытаясь объяснить, почему машины могут обладать эмоциями. Но это уже было неоднократно, и никакого смысла под собой не имеет, кроме желания получить хороший грант. Так вот, эти все искусственные нейронные сети, о которых я говорю, они мало напоминают, собственно говоря, мозг. Сейчас чуть-чуть еще к ним вернемся. Дело в том, что независимо от того, что мы смотрим, гангли червяка, гангли горячо любимого кухонного таракана, прусака, мозг хорька или даже спинной мозг крыски, там нигде нету тех нейронных сетей, о которых нам все время рассказывают, и близко ничего подобного. Дело в том, что во всех нейронных сетях, даже которые упрощенно нарисованы справа, это все равно упрощение, потому что приведу только один пример. В мозге, например, ни одна структура не работает без прямых проводников. Это что? Кто в советские времена помнит, а может быть и был на современных заводах в США, прежде чем делать объявление, «Джон Билл, пойди направо, пойди налево», там такой щелчок, щелк, а потом пускается речь. В чем дело? Потому что если неожиданно начать говорить, иди сюда, человек может упасть в станок, он не готов. Для этого нужно предупредить. И в мозге, вот тех нейронных сетей, о которых нам все время говорят, трехслойных, входные, скрытый слой, выходной слой, на самом деле нет. Там из входа на выход приходят проводники прямые, которые предупреждают и настраивают сеть.
введение такой простенькой системы, просто настраивающего сигнала, радикально меняет даже обработки многих таких уже параметрированных задач, о чем я имел сам возможность убедиться. Так вот, то, что нарисовано справа, это предельно упрощенная система компактизации нейрона. А то, что слева, это реальная картина. Ну и, естественно, каждый нейрон, поскольку у него от 100 тысяч до миллиона связей, то, сами понимаете, он очень мало напоминает вот этот самый искусственный нейронные сети, о которых считал Джон Маккарти еще в 1956 году, о том, как это будет замечательно, то есть как они будут работать. Ну и методы обучения машинного интеллекта. Но вы сами понимаете, что линейные системы трехуровневые, то есть они проще в 15 раз, чем крыша среднего мозга у ящериц, которые бегают сейчас на солнышке, она, конечно, имеет разные способы, значит, самообучения. На самом деле они все сводятся к тому, что у вас вы подгоняете результат, то есть большой массив данных вы подгоняете под некий нужный вам результат. И больше ничего. И подгоняйте алгоритм. Для узких задач это прекрасное перспективное направление. Но никакому интеллекту это отношение не имеет. Неважно, что вы будете использовать. Метод ансамблей, метод опорных векторов, метод принятия решений, логическую регрессию или наименьший квадрат для проверки всей этой ерунды. То есть на самом деле речь идет о том, что у вас есть алгоритмизированный подход к решению некой проблемы, заранее прописанный, апоциорно установленными границами, который, собственно говоря, вы постепенно обучаете для того, чтобы он получал некий результат. Хорошо, это прекрасно. То есть можно настроить так кофеварку, что она будет вас узнавать и варить вам нужный кофе. Но если вы не с похмелья и не перекосило вас. Иначе, как вы знаете, по опыту китайцев может и не узнать. Там они частенько ловят там, киноактрис в качестве террористов. Это широко известно, мировая литература этим наполнена. Тем не менее, значит, прогнозы были головокружительные. Мне особенно обидно их читать, поскольку к 2016 году уже обещали, объявляю Blue Brain Project и Human Brain Project, замечательные два проекта. Если бы вы знали, сколько там было денег. Как говорит один мой знакомый, очень малограмотный деревенский человек, немеримо. Так вот, этих немеримых денег обещали к 2016 году функциональное моделирование человеческого мозга. Так, где? Что-то я не вижу, чтобы его носили на этом, на копье и показывали всему миру. Прогноз до конца 2016 года, на 2017. О том, что мы в 2017 году будем видеть персонализацию искусственного интеллекта. То есть мало того, что он будет создан, но это уже дело решенное было в 2016 году, а в 2017 он будет уже у компьютеров персонализированный. То есть ваш компьютер будет обладать персональным интеллектом, ну, конечно, не хуже вашего. И, ну, уж про знаменитую эту сказку Тьюринга о том, что когда вы не будете различать, кто вам отвечает, человек или машина, мол, где тогда и будет искусственный интеллект, это вопрос такой. А какие вопросы собираетесь задавать? Опыт показывает повсеместного применения, что псевдоискусственный интеллект в случае буриданного осла, я надеюсь, не надо это пояснять, всегда выбирает странный результат или никакого. Значит, ну и последний, это уже, так сказать, полный апофеоз искусственного маразма, построенный на том, что, значит, в InfoWord, статья 2018 года о том, что у нас началась конкуренция искусственного и естественного интеллекта, и более шире, кремний или углерод. И, мол, где кремний эволюционирует очень быстро, и поэтому наше будущее предопределено. Но если подводить некий итог, то да, действительно, искусственный интеллект, то, что называют, никакого отношения к искусственному интеллекту не имеет. Нейронные сети являются жалкой имитацией, которая ничего решать не будет, кроме узконаправленных, заточенных, отлаженных задач, что не всегда. То есть на самом деле сегодня это просто адаптивные программы, которые упрощают жизнь, не более того. И тут я согласен с Хоффманом, который в начале этого года написал очень хорошие слова о том, что нейронные сети, созданные с помощью машинного обучения, ничего не понимают. Это полезные программы, которые могут выполнить узкие задачи, к которым они были подготовлены, и все. То есть, иначе говоря, на сегодняшний день те подходы, о которых мы говорим, имеют некоторое отношение к морфогенезу растительных организмов. То есть примерно
с известными оговорками, в 70% случаев мы можем предсказать вот такие морфогенетические взаимодействия у растений, но не более того. А что же у нас есть в активе? Что мы можем ожидать? А вот актив сейчас посмотрим. Дело в том, что не надо строить нейроны, не надо строить искусственные мозги человеческого типа. Нужно использовать совершенно другие подходы, о которых пока, к сожалению, приходится помалкивать. То есть в чем дело? Дело в том, что если мы вернемся к нашим картинкам и посмотрим, кто с кем конкурирует, то выяснится одна очень неприятная для кремниевых систем особенность. А именно, дело в том, что нейроны работают не так линейно, как представлялось еще в недавнешнем прошлом. Кстати говоря, вот здесь вот нейрон пиявки, это так для любителей моделей нейрональных сетей, у которых два аксона, а не один. Ну и как ваша сеть? К сожалению, эта сеть будет работать очень своеобразно. А таких вещей в животном мире довольно много. Но самое главное не это. Самое главное, что принятие решений, особенно озарение, инсайт, понимание, происходит не за счет передачи электрических сигналов по готовым проводникам. Я в юности всегда издевался над физиологами. Я говорил, у вас все связи уже готовы, значит, все мысли предусмотрены Господом Богом. А если не все, то как же ваша это? То как же ваша активность-то мозг? Как вы это объясните? Оказалось, все намного проще. Оказалось, что все наше мышление, особенно творческое, усвоение нового материала и даже глубокое запоминание, оно построено на морфогенезе. Не электрическая передача сигнала, а образование новых синаптических контактов между нейронами. Каждый нейрон, у нас только в коре их от 11 до 19 миллиардов, образует каждый день 2-3 связи с другими нейронами, новых синапсов, тот самый, с которого я начал свой доклад. И 2-3 разрушает. Поэтому вся наша память динамическая и все, что вы помнили раньше, оно совсем не такое на самом деле, потому что вы творческий, поскольку мозг у всех сидящих в зале абсолютно индивидуален, более уникален, чем отпечатки пальцев. Вы переделываете вашу память. Почему? Потому что это активный процесс. Инсайт, озарение происходит по этим же причинам. То есть вы думаете, например, о какой-то проблеме, у вас задействованы зрение, слух, обоняние, осязание, ваша память. И вы не можете решить проблему, вы не можете решить день, два, три, неделю. Но если вы все время к ней возвращаетесь, вы в конце концов сделаете что? Повысите уровень метаболизма этих областей мозга, нейроны станут больше есть, и в конце концов наобразовывают этих самых синапсов, которые, еще раз подчеркну, случайно замкнут связи между этими событиями, и вы думаете, ну как же, все так было просто, ну какой же дурак я был, что не понял этого, вот наконец-то до меня дошло. Вот это вот наконец-то до меня дошло, или меня, я понял, как это устроено, я понял, как там что сделать, это и есть процесс морфогенеза, установления новых сетей связи, которые до этого в вашем мозге отсутствовали. Вы связали события не с помощью сигналов. Они потом побегут по этим связям. Да, конечно, информационные, все потом расширится, и вы сложите целую теорию или там целую программу напишете. Но вот само озарение, сам процесс вот этот, это процесс морфогенетический. Долговременная память. Все вы 1000 раз с этим сталкивались. Вы учите что-то важное, нужное, какие-то алгоритмы запоминаете, приемы программирования. Ни черта не запоминается. Ужас какой-то. Вы выходите за дежурным бутербродом на кухню, там кто-то смотрит телевизор, из родственников смотрите в этот телек и запоминаете идущую там муть на всю жизнь. Вы возвращаетесь к компьютеру, проклиная себя, потому что у вас в голове сидит эта пакость, которую вы не хотели запомнить, но вы же поступили самым подлым образом. Вы накормили свой мозг, поставили ему задачу для запоминания, а потом пошли и подменили творческую деятельность бутербродом и тещей. Вот результат налицо. То есть вы запомнили не то, что нужно. И у нас у каждого в голове сидит куча такого безобразия, от которого мы годами избавиться не можем. А что на самом деле? А на самом деле вот эти самые нейроны образовали большое количество синаптических контактов, потому что, когда вы думаете, иногда образуются коллатерали по 50 синапсов. И в этот момент, если в этот момент вы что-то восприняли, это запоминается на долгие-долгие годы. Поэтому
И любое изучение любого процесса требует очень напряженной затраты большого времени и сил, потому что это активный морфогенез. Когда уж запомнили, то понятно, почему я не догадался раньше. Но на самом деле вы заставляете мозг всю жизнь образовывать и разрушать свои отростки. Цена вопроса очень дорогая. Вы забываете очень важные вещи, очень многие, и зачастую навсегда, потому что это физическое запоминание. В виде вот этих связей, пока сигнал по ним бегает, пока вы едите, все будет хорошо. Как сигнал прекратился, через 6 минут начинают выпадать зоны памяти, соответственно, в разных частях мозга по-разному. Значит, вот это так и происходит. Собственно говоря, здесь иллюстрация. С одной стороны, здесь примитивное забывание и запоминание забывания. Образовалась новая связь, ушло в долговременную память. Образовалось то, что слева. Тысячи таких связей запомнили на всю жизнь. Особенно, как вы знаете, хорошо запоминаются обиды. Там кто-то вам на ногу наступил, кто-то плюнул в кофе, кто-то еще что-то сделал такое, кто-то обидел или оскорбил как-нибудь в интернете, особенно заковыристо. Вот это надолго. Почему? Потому что конкурентное поведение, мобилизация инстинктивно-гормональных форм поведения, о которых мы поговорим, как об основном приемнике цифровизации в нашей голове, это отдельный разговор. Но, тем не менее, вот такой механизм связи. Но долго поддерживать что-то ненужное не будете. Если у вас какое-то воспоминание не востребовано, очень быстро запоминается. Потому что, сами понимаете, на то, чтобы образовать связи, нужен белок, жир, углеводы, там, синтезировать рецепторы. Это дорогая вообще вся штука, дорого стоит. Напомню, что мозг, сейчас об этом будем говорить, он потребляет при весе в 1/50 массы тела, потребляет в случае нагрузки до 25% всей энергии вашего организма. Это дорогая игрушка, с ней баловаться нельзя. Поэтому есть специальные механизмы, чтобы вы никогда не думали и не пытались. Об этом тоже поговорим. Ну и когда то, что я говорил про озарение, инсайт, понимание и прочее, это когда блоки. Когда блоки нейронов поддерживают некую информацию, то есть память, вы пыхтите, как дизель в Заполярье, пытаетесь это свести в одно единое целое, ничего не получается, потом связи через неделю вырастают, образуется контакт, и вот на нижней справа образуется объединение блоков или озарение, инсайт, понимание. Иногда даже переоткрываете то, что было давно известно, просто вы об этом не знали. Значит, а вот как раз то, что останавливает нас от этого процесса. Сидящий справа оливковый бабуин имеет все признаки нас с вами. То есть наружные половые органы, у всех приматов они торчат. Значит, и он занят самым святым, он украл бутерброд и его поедает. Собственно говоря, вот вся жизнь в одном кадре. Он смотрит на процесс, который регулирует работу как раз его мозга. В чем дело? Значит, мозг никогда не выключается, спите вы, бодрствуете. То есть существует проблема с нервной системой, которая говорит о том, что у нас есть минимальный порог метаболизма. Вот. И он достаточно высок, 10% от всей энергии организма. И когда девушка падает в обморок в душном помещении, там, в автобусе, в метро или еще где-то, то это просто-напросто отключает свой никчемный мозг, потому что зачем ей он нужен? Когда он потребляет 30% кислорода. Может все остальное спасти, а мозг пусть полежит тихо. Собственно говоря, это происходит. То есть это очень дорогая штука, которая нам очень дорого обходится. Поэтому мы ненавидим, когда она работает. Кроме этого, есть динамические компоненты. Вода и электролиты. Но те проходят там, в чистом виде через мозг. Не будет электролитов, не будут работать нейроны, проводимости не будет. Белки, углеводы. Вот тут у нас проблема. То, о чем я уже упоминал, энергетические ограничения у нас очень велики. Быстрее думать, чем напряженный человек думает, он не может. Усилить никак нельзя. Специальными средствами лучше не надо. Вход рубль, выход 3, будете выходить в 3 раза дольше, чем вошли в нужное состояние с помощью химии. Поэтому используйте просто рационально, потому что белки и углеводы и жиры переносятся в мозг активно. Каждый из них должна клетка глиальное распознать и передать в мозг. Почему? Потому что есть еще одно свойство, очень пакостное, о котором я не люблю говорить, но вынужден. Мозг для нашего тела инородный орган. То есть если когда-нибудь до вашего мозга доберется ваша иммунная система, то вы можете спокойно засекать время. Через 6 часов
если этот пробой будет массовый гематоэнцефалического барьера, аутоиммунизация и смерть. То есть мозг – инородное тело, и поэтому на всем своем протяжении и мозг, и нервы периферические мы защищены от собственной иммунной системы специальным барьером гематоэнцефалическим. И отсюда проблема энергетическая, к чему это говорю. Потому что нужно перетаскивать через этот барьер огромное количество еды. И здесь сразу же возникает прекрасная возможность побездельничать. Поскольку у нас ограниченный запас метаболитов, мозг – это активная система, которая активно работает. Вот. И самое главное, что разные участки мозга еще меняются в зависимости от нагрузки. Если вы думаете, что вы, подтягивая штангу, вы будете тренировать ассоциативные области, вы глубоко заблуждаетесь. Нет, только те области, которые управляют двигательно-моторной координацией. А ассоциативные будут вступать в маразм медленно, но неизменно. Потому что мозг умудряется и здесь сэкономить, и отрегулировать работу так, чтобы работали только востребованные области. Из экономии энергии. Ну и в результате финал всего этого. Мозг при всех его достоинствах, о том, что он прекрасный, машинка, ограничен и энергетически, и метаболически, о чем, собственно говоря, мне и хотелось сказать. Значит, вот, собственно говоря, работа энергетической зависимого мозга, то есть от сосуда, от красненького, через зелененькие глиальные клетки проходит вся энергия, большая часть кислорода, ну и немножко воды через мембраны. Когда рисуют вам отдельный нейрон, глядящий где-то в пространстве, это глубокое вранье. Там все забито плотненько, там негде лезвие бритвы засунуть. Микронные расстояния между всем. Мозг – это монолитная система, построенная из мембранов, проводников, и синапсов и нейронов. То есть ничего такого нет. И при этом метаболизм меняется, меняясь локально, он еще зависит от размеров нейронов, числа нейронов и количества участников процесса. У грызунов, например, метаболизм в нейронах коры выше, чем у человека. Странно и смешно, но тем не менее гениев среди них нет. Но они в маленьком объеме решают чисто адаптивные задачи. Значит, итак, у нас нам не надо прерваться, никто мне не подскажет. Нет? Хорошо. А вот теперь важнейший компонент моего рассказа. На что направлена, собственно говоря, биологическая цифровизация? Дело в том, что биологическая цифровизация, мы выкармливаем страшную систему. Вот у меня есть наверху написаны какие-то странные слова, лимбическая система. На самом деле это то, что досталось нам с вами от обезьян. То есть вот эта вот лимбическая система присутствует у всех млекопитающих на этой планете и у нас тоже. То есть что это такое? Это центры, которые регулируют инстинктивно гормональные формы поведения. Они не обязательно врожденные. То есть речь идет о том, что это механизмы инстинктивно гормональные, а врожденные вещи – это дыхание, там, пищеварение, питание. Там очень маленький набор. Остальное мы приобретаем в процессе жизни. И социальные инстинкты запоминаются нашим организмом в процессе созревания и воспитания родителей. Мы, собственно говоря, продукты социальной эволюции. Но лимбическая система – это наше наследие животное, поэтому люди размножаются. Потому что что туда входит? Половые центры, центры агрессии, если переводить на язык психологии. Это не очень верно, но допустим. Центры, в том числе контролирующие социализацию, там и лобные области участвуют в этом деле. То есть это те самые инстинктивные рефлекторные механизмы, которые включаются у вас каждый раз на любое раздражение. То есть это хороший механизм, да, очень многие животные, ну и бывают и люди такие, которые бегают там по стране со спущенными штанами, значит, вполне гарантируют репродуктивное воспроизводство вида, то есть ничего плохого в этом нет. Но это инстинктивно-гормональная регуляция поведения. Это значит, что если ты видишь, что сосед ест, а ты не ешь, надо отнять. То есть, ну, совершенно животный подход. И стратегии поведенческие, репродуктивные и все остальное. И вот эта система, она чем хороша и чем уникальна? Она достается нам запросто по наследству. И она подкрепляется. Вот в этом самая страшная вещь выбора человеческого мозга того или иного решения, чего, в общем, в компьютерах пока достичь не удалось. То есть если вы, значит, соблазняете чужого мужа, чужую жену,
воруете еду, деньги, программы, продаете их как свои и прочие-прочие удовольствия, которые все те самые грехи, они поддерживаются тем, что внутри мозга, через вот эти системы, у вас вбрасывается необходимое для полного удовольствия количество каннабиоидов, опиоидов, эндорфинов, ну и окситоцин, и много чего еще другого полезного и приятного во всех отношениях. То есть что получается? Вот это обезьянье, принцип эволюционной конкуренции, биологической конкуренции, он лежит в нашем мозге, является половиной нашего сознания. То есть когда любят говорить эту поговорку «все, чего нельзя, приятное очень хочется, запрещено законом». Вот примерно это об этом. То есть у нас, с одной стороны, одна часть нашего сознания – это наша лимбическая система, которая имеет подкрепление с помощью вот этих веществ. Почему? Да потому что она очень маленькая, она занимает десятую часть, унаследована от приматов, и когда она включается, ваш мозг экономит энергию. То есть вы спокойненько продолжаете жить по биологическим законам, подкрепляя себя вот этими соединениями. И это, кстати говоря, и уход в теологию, и во всякие верования, там, например, верование там, в питон, некоторые в питон верят, ну, программа. Кто-то там в ассемблер пытается верить, остервенело, кто-то еще во что. Неважно, как это называется, религия может быть любой, от молекулярно-генетической парадигмы и кончая способом программирования. Как только вы предлагаете готовый алгоритм поведения, вы тут же получаете инъекцию каннабиоидов, которые вырабатываешь в ваш собственный мозг. То есть любой отказ от мышления поощряется. Любая деятельность, сопряженная с работой мозга, наказуется. Потому что этой системе противостоит другая. Так. Противостоит другая. Та самая, которой мы иногда думаем, вопреки нашим глубоким человеческим желаниям. А именно... Значит, вот неокортикальная система контроля – это то, как раз, что у нас любят рисовать с бороздами извильными, и, значит, это поверхность неокортекса. Вот именно в этой поверхности неокортекса, в шестислойной коре, вот, которая здесь видна, она всего около 5-6 миллиметров, вот в этой самой коре располагается те 11-19, в зависимости от размеров головы, миллиардов нейронов, которыми мы и принимаем произвольные решения. Это не то, что гормоны выбросились, пора идти размножаться. Нет. Это когда вы себя заставляете делать что-то разумное, доброе, вечное, вам приходится заставлять работать вот эти самые 11-19 миллиардов нейронов. Легко это сделать, это архисложно. Мозг сопротивляется как может, потому что ни каннабиоидов, ни опиоидов, ни эндорфинов, ни окситоцина вы не получите. Скорее наоборот, вы все прекрасно знаете, что работают механизмы вытеснения разумного поведения. Но кто из вас не начинал что-то учить сложное и хорошее? Вы тут же знаете, что вам тут же хочется. Пойти помочь маме, жене, там, бабушку перевести через дорогу, приготовить поесть, убрать давно немытое, протереть пыль над любимым компьютером и прочую всякую глупость. В чем дело? Мозг защищается как может. Это называется смещенная активность для того, чтобы вы только не думали. Все что угодно, даже в магазин можно сходить. Но только не думать. То есть и никаких, соответственно, прелестных каннабиоидов, опиоидов вы не получите никогда. Скорее наоборот. Тут же захочется есть, там, в туалет, еще что-то. Тут новые дела неожиданные. То есть мозг защищается от расходования энергии, которую я еще раз подчеркну, мы можем расход доходить до 25% от всего организма, как может. И защищается удачно, судя по результатам того, что я вам рассказывал, что там лучшие модели нейрональных конструкций 65-го года. Значит, с 65-го года никто не напрягся. Ну, вот это как раз очень поучительный пример. То есть есть основания, поскольку вот это творческое мышление наше, то, что мы пытаемся получить от компьютера, оно требует колоссальной энергии, 80% массы мозга. Именно вот эта вот большая кора и потребляет ту самую чудовищное количество энергии, которая нужна для мышления. Поэтому он работает в этом отношении как компьютер. То есть он нужен не для того, чтобы все время работать. Он, во-первых, не может работать на полную мощность, потребляя 25% энергии. Только 2 недели примерно. Дальше метаболизм там меняется, и нужно принимать экстренные меры. То есть на диван с подушкой, там, с книжечкой и все такое. Вот. А вообще... В целом, он сопротивляется этому, потому что приспособлен к решению биологических задач.
То есть вы включаете его как бы в розетку, решаете задачу и тут же выключаете, то есть на подушку. Вот тогда мозг доволен. Он для этого, собственно говоря, и формировался, для решения сложных биологических задач, о чем у меня есть специальные книжки. А сейчас у нас получается баланс. То есть в чем дело? Дело в том, что с одной стороны, значит, цифровизационные причины примитивизации, они построены на вот этой самой лимбической системе, о которой я вам только что говорил. То есть та самая, которая маленькая, потребляет мало энергии, но зато вырабатывает много гормонов полезных и приятных. Так вот, как раз цифровизация – это направлен-то весь на механизм создания иллюзии знаний, доступности информации и персонифицированной значимости никчемной личности. То есть с помощью интернет-систем и всего остального вам очень удачно внушается, а мозгу это очень хорошо, он тут же каннабиоиды в ответ вырабатывает, все хорошо. Он как раз вам создает иллюзию доступности информации, которой на самом деле нет, иллюзию вашей персональной уникальности, которой тоже нет, поскольку вы все загнаны в рамках тех самых убогих нейросетей, о которых я говорил, как максимум. Вот. Ну и самое главное, что суть-то всего развития компьютерной техники направлена на лимбическую систему. У нас лимбическая система – приемник сегодняшней цифровизации. Вы вот не помните, а я помню эту замечательную картину, когда машинистки в разных организациях криком кричали, что им компьютеры не нужны. Почему? Потому что они-то уже объясняли, у них вот видите, какие длинные когти, им неудобно. Клавиатура не такая удобная, как на машинках. А теперь я еду в метро и вижу, как там такие когтястые девицы работают на двух айпадах одновременно, строчат. Ничего не мешает. А в чем дело? Потому что направленность на лимбическую систему – это что? Каждый новый телефонный звонок, смс-ка увеличивает что? Эффективность репродуктивных контактов. Замуж девушка хочет. Или нового найти. Неважно. То есть речь идет о том, когда цифровизация направлена на самые примитивные человеческие желания, не надо никого ни к чему заставлять. Прекрасно. Люди сами тратят огромные деньги, покупая эти электрические тыкалки, потому что они решают с помощью их биологические задачи. А в ответ, представляете, как чудесно, каннабиоиды, опиоиды, ну, что может быть лучше? Вот это бизнес. То есть тут уж ничего не поделаешь, это прекрасный бизнес. То есть таким образом поощряется на самом деле глубинные биологические механизмы, построенные на трех вещах – еда, размножение и доминантность. И отсюда зависимость. Посмотрите, если раньше книжки читали, сейчас все тыкают в эти штуки. Но там же фильтрованное все, господа. Там все организовано так, чтобы вы возвращались к лимбическим системам. Поэтому проверяйте себя каждый вечер, может быть, уже хвост стал расти, и, кажется, получаете от этого удовольствие. Потому что, к сожалению, удовольствие у нас от разумного, от затрат интеллектуальных усилий очень мало. Скорее наоборот, беспокойство, кишечник, могу сказать, перечислить. Интенсивная интеллектуальная деятельность вызывает первое разрушение зубов, потому что там меняется лимфатический проток, различные желудочно-кишечные проблемы, от язвы гастрита до прободения язвы. Хронические заболевания, в том числе онкологию. То есть любое отвлечение от светлого обезьяньего пути, предлагаемого нас лимбической системой, а не этой мерзкой корой, которая возникла совершенно другим причинам, нас погубает, ведет к гибели. То есть таким образом даже если кору посмотреть в целом, как соотношение, баланс между лимбической системой и неокортексом, это двойственность нашего сознания. То есть вы сегодня думаете, вот это бы я хотел сделать, но не буду. А вот это надо зарезу делать, но тоже не буду. Вот на диване лучше всего. То есть вот этот баланс между «надо» и «хочу», он на самом деле построен на двух системах, и современная цифровизация обращается, к сожалению, к самой низменной ее части. Но отсюда следствие. Значит, в чем дело? Значит, снижение, дети развиваются, тыкают пальцем. Ну и что, снижение биологического развивания неокортекса. То есть зрелость неокортекса достигается к 25 годам, более-менее.
так интенсивно, до 7 лет, очень интенсивно. А здесь что? Биологические критерии нет, но что он там ошибся, его застрелили в компьютерной игре 3 раза, он же вечно живой. Критерий нет. Он пошел бы во двор, подрался, 2 раза фонарь под глазом поставили, тут бы неокортекс стал бы развиваться. Надеюсь, понимаете, что следующий раз подумает, как там бросаться на взрослого дядьку. Вот. Дальше. Разделение физиологических и интеллектуальных функций человека. Это самая большая катастрофа. Иллюзия того, что у вас есть доступ к информации, иллюзия того, что у вас есть готовые решения, обдуманные умными дядьками, является ложью. Задача – создать эту иллюзию. И тогда человек превращается в свои приставки. То есть, как я здесь называю, гомопады. Приставка своему айпаду. То есть, интеллектуальная часть в айпаде, а репродуктивная, ну, самая приятная, и пищеварительная, значит, у человека остается. И мне кажется, это не очень хорошо. Потому что перспективы очень печальные. Потому что в этом случае сама цифровизация выступает как процесс биологической эволюции. А это очень плохо, потому что эволюция – это всегда целенаправленное избирательное уничтожение части популяции. Уровень избирательности в данном случае будет достигаться с помощью компьютерных систем, искусственного интеллекта, как вы там не крестите это все. Вот. И это очень опасно. То есть здесь есть опасность, что в один прекрасный момент этот биологический процесс начнется, и остановить его нельзя будет, он уже начался. И поскольку в его основе лежат фундаментальные биологические системы социального отбора и искусственного отбора, что еще хуже, то это приведет, конечно, к изменению, в том числе и популяционному. То есть вот это очень печально, но это неизбежность. То есть поскольку перспективы целенаправленного избирательного искусственного отбора, построенные на массовых IT-иллюзиях, IT-убежденности там и прочее, то, что вам навязано умелыми людьми, я вас уверяю, значит, это может привести к очень печальному биологическому финалу. Но это вот то, что я вам хотел рассказать, а к тому, что-то там интересно, там у меня есть книжки такие, «Нищета мозга», «Не принимайте на свой счет», значит, «Церебральный сортинг», это как это эволюирует, и «Морфология сознания», о том, как мозг у детей развивается, внутри утробы матери и потом, что не надо им оркестр Большого театра заказывать, потому что они просто глухие. Вот, там это всякие тоже интересные подробности, но я надеюсь, через несколько лет будет и 3-й том. Поэтому я готов услышать ваши вопросы, если они есть.